Экран. Да что ты будешь делать, а? Кто-то против сегодня, чтобы мы начали. Наверное. Так, демонстрация пошла, правильно я понимаю? Так, раз. Вот. Ребят, я сейчас буду видеть только слайды, поэтому если что-то где-то как-то, телефон включу, звоните. Кто знает мой номер. Так, хорошо. Поехали. Итак, ребят, дисклеймер прочитать обязательно всем. Это важно. Данная презентация несет исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией. Спикер не является финансовым консультантом. Мы вас об этом предупреждаем. Все взрослые люди. Наша задача лишь дать вам информацию о нашем замечательном сообществе. Далее вы принимаете решение присоединиться к нам, либо проходите мимо. Мы вам поможем разобраться технически, если вы примете решение к нам присоединиться. Первый момент. Второй момент. Я всегда на берегу договариваюсь, что у нас самое ценное, что есть у человека, это его время. Поэтому я стараюсь все дать сжато и кратко. То есть основную информацию, вызвать интерес, либо не вызвать интерес. Если у вас есть интерес к тому, о чем я говорю, мы можем потом разговаривать хоть неделю. Если интереса нет, вы не тратите мое время, я не трачу ваше, и мы с удовольствием расходимся. Вот. Итак, поехали. У каждого человека из вашего окружения, уверен, есть 1000 рублей. Это тут вопрос риторический, у кого есть, есть у всех. Но у кого-то может быть последняя, у кого-то не последняя 1000 рублей. Также у этих людей есть какие-то мечты и планы, которые нужно осуществить и хочется осуществить. Может быть, это кредиты, может, это ипотеки. Если этого великолепия даже не имеется, то есть какие-то мечты, цели и желания. То есть там, машину поменять, обои новые поклеить, телефон поменять, съездить, отдохнуть и так далее и тому подобное. То есть все с этим согласятся, что вот эти два составляющих, 1000 рублей и желание у человека, есть всегда. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что мы не предлагаем продавать БАДы, косметику, не предлагаем делать вклады, инвестиции, покупать криптовалюту, токены, и можно этот список продолжать очень долго. Ничего этого у нас не будет. А будет у нас новое, это хорошо забытое старое. Вот. Хочу вам представить такую современную кассу взаимопомощи. Видите, картинка справа, я взял кадр из фильма «Зигзаг удачи». Наверное, поколение 40+, все прекрасно помнят этот замечательный фильм. Там прям просто звездный состав актеров, еще молодых тогда. И там именно начинался фильм с того, что из кассы взаимопомощи, которая в фотоателье была, а кассы взаимопомощи были на разных предприятиях, человек взял деньги и купил лотерейный билет. Ну, дальше уже история по выигрышу этого лотерейного билета. Но я о чем хочу сказать, что это была официальная история. Вот кассы взаимопомощи были крайне популярны в СССР и была официально утверждена в 59 году президиумом ВЦСПС. Это очень крутая история. И сегодня, в общем-то, по закону это тоже не запрещается делать. Когда люди определенным сообществом собираются, договариваются на определенные правила и их выполняют. В нашем случае есть интересная история. Современная система учета пользователей, то есть современные технологии позволили сделать это не в рамках, скажем так, какого-то определенного коллектива, а в рамках в мирового масштаба, в принципе. Да? То есть умный бот, который, в общем-то, регулирует эту очередь кассы взаимопомощи. Как, ну, в поликлинику вы приходите, талончик берете в банк, система электронной очереди. Потому что бот, надо сказать, он не берет за это денег. Вот это самое главное. И что же из всего вышеперечисленного делать мне, скажете вы? Вот сейчас я об этом вам кратко расскажу. А первое, что нужно, это вышеупомянутые 1000 рублей и один знакомый человек. То есть надо понимать, что в любом бизнесе, в любом деле, если это касается денег, экономика – это люди. Если там нет коллектива, нет людей, никто не приходит, никто не приносит деньги, что-то там собрать и сделать, получить невозможно. Экономика не работает. Но люди у нас почему-то воспринимают, а позже мы сейчас через один слайд об этом поговорим, воспринимают это как-то в штыки, когда ты говоришь 1000 рублей и один человек. И тут начинается какая-то история, вот о которой я сейчас вам расскажу. Сразу несколько ложек дегтя я вам сегодня обязательно сделаю.
И люди говорят сразу, позови человека, это финансовая пирамида. Так вот, финансовая пирамида, классический вариант, это схема Понци. Чарльз Понци, такой итальянский человечек, был в начале прошлого века в Америке, устроил финансовую пирамиду. То есть это классика жанра. Даже Сергей Мавроди, это он не изобрел велосипед в свое время, когда МММ создал. А вот схема Понци, как это выглядит? Я сейчас буду акцентировать на некоторых словах, чтобы вы услышали и поняли. Это форма мошенничества, которая заманивает инвесторов и выплачивает прибыль более ранним инвесторам за счет средств более поздних инвесторов. Эта схема заставляет жертв полагать, что прибыль поступает от законной предпринимательской деятельности, например, продажи продукции или успешных инвестиций, и они остаются в неведении о том, что другие инвесторы являются источником средств. Ребят, у нас нет вкладов, у нас нет инвестиций, у нас нет комиссионных, нет процентов, ничего этого нет. Но у нас есть другая история, о которой я сейчас расскажу позже. И вот этот слайд я сделал специально, чтобы вы немножко в голове разделили, вот кто первый раз пришел, отделили в голове вот эти вещи, которые вот здесь находятся. То есть на первый взгляд они как бы не взаимосвязаны. Отвертка, колбаса и время, часы. То есть символ времени, часы. Так вот, чтобы вы понимали, мультилевел маркетинг, сетевой маркетинг, который имеет какое-то ругательное словосочетание у нас в стране, к сожалению, благодаря некоторым людям, это инструмент. То есть, по-русски говоря, это сарафанное радио, самый дешевый, самый эффективный способ продвижения чего-либо, товаров, услуг, продуктов, не знаю, все что угодно. Колбаса на данном слайде символизирует продукт. Поймите, есть продукт, то есть там это могут быть косметика, кастрюли, там инвестиции, БАДы, все что угодно. И есть инструмент, с помощью которого продвигаются продукты. То есть вот для себя разделите продукт и инструмент. Это разные вещи. И есть время. Зачастую люди приходят и говорят, ага, то ли еще рано я посмотрю на вас, как это все работает, то ли у него уже потом уже поздно. Так вот, я хочу сказать вам, что вчера уже закончилось, его не существует, а завтра еще не наступило. Но у вас есть какой-то целевой запрос, который определенных денег стоит. У каждого человека, в каждой семье есть какие-то вопросы, которые нужно решать, и зачастую это стоит каких-то определенных денег. И вот вы этот запрос во Вселенную отправили, вам пришел этот запрос здесь и сейчас. Потому что, на минуточку, дело, которое вас привело к успеху, не будет вас кормить всю жизнь. Люди почему-то ищут какую-то волшебную палочку, что они сейчас вот сделают, там, за условных 100 рублей, и все, и могут до конца жизни отдыхать, ничего не делать. Даже картошку приходится каждый день, каждый год садить, а потом ее осенью выкапывать. И то не факт, что урожай будет, правильно? Так же и в любом деле. Я просто хочу напомнить, что были разные бизнесы на этапе, вот сколько я себя помню, даже после развала СССР и так далее. СССР развалился уже, понимаете? Потом у нас видеосалоны были, люди зарабатывали деньги. Они закончились, стали в прокат видеокассеты все брать. Потом появились компакт-диски, это тоже история вся ушла. А сейчас можно фильмы скачивать. И таких примеров я могу приводить сотни. Поэтому, если есть предложение интересное, которое вам откликается здесь и сейчас, то есть вчера уже не существует, завтра еще не наступило, берешь и делаешь сегодня. Вот простой посыл у меня для вас. Разделили три вот эти понятия. Инструмент, продукт и время. И все у вас будет хорошо. Далее, у нас нет никаких компаний, то есть нет созданной компании, как-то на одной презентации человек попросил, у вас есть ННН, лично у меня есть ННН, и у тех, кто в зале сидит, тоже есть ННН, но здесь это никак не связано, потому что компаний у нас нет, фирмы, компании, как хотите назовите, соответственно, нет счетов, капитал нигде не накапливается, деньги мы никуда не переводим. Зачастую, когда я показываю свой скрин с бота, говорю, вот смотри, вот сумма, которую я получил подарками за 3 месяца. Они говорят, а ты можешь их вывести на карту себе? Понимаете, откуда вывести на карту? Счетов нет, мы никуда их не заводили, эти деньги. Мы, как позитивное сообщество, получаем подарки друг от друга, от человека к человеку, на карту. Мы никому комиссионные не платим. И то, что я вам показал в боте, это эти деньги у меня на карте. Вот, теперь поговорим предметно. Итак, сообщество называется наше «Дари, получай». Сообщество, в котором люди дарят и получают подарки от людей, напрямую и без посредников. Все равны друг перед другом, в том числе разработчики, они такие же участники, как и мы. Далее, как запустить волну подарков? Как я выше говорил,
1000 рублей и один ваш друг. Это минимальные условия, что нужно сделать. То есть ты заходишь в бот, в боте есть доска учета подарков, такая, ну, ведомость, если хотите, да, и вы приходите, вот здесь с края написано «даритель», «строитель», «создатель» и «получатель», условные названия. То есть, когда вы зашли на доску учета, вы даритель. В центре стоит получатель. Как вот пришли в банк, вам нужно определенный талон. Раз, нажали кнопку, вам говорит, вот здесь в данном случае вот этот получатель. Вы ему пишете, Вася, привет, условно, хочу подарить тебе подарок. Вася говорит, вот моя карта, пожалуйста, приму с удовольствием сюда. Вы отправили, кнопку нажали, что отправили, Вася нажал, что он получил. Все, система учета вас запомнила, что вы заплатили денежку. И ваша задача посредством определенного алгоритма, вот за этим обратитесь к человеку, который вас сюда пригласил или дал вам запись этого видео. Потому что алгоритм я пропущу, он не для этой презентации. Ваша задача попасть в центр этой доски на получателя, и тогда новые дарители, которые приходят сюда, а приглашают их совместными усилиями всех, кто находится на доске, переводят подарок именно вам. То есть 1000 рублей вы подарили, получили на выходе 8. Дальше я расскажу более подробно, более интересные цифры будут. Итак, от рождения до смерти есть только правило. Со старта вам доступны все доски, активируйте их последовательно. То есть сколько досок и какие у нас есть, я на следующем слайде покажу. То есть вы можете их за раз зайти и активировать. То есть раньше правила были другие, сейчас они адаптированы для более массового пользователя. Второе. Заходим на доску, только если готовы подарить подарок и приглашать друзей. То есть, если вы не поняли, не разобрались, или как бы вообще это не ваше, как некоторые думают, зашел на доску и сидит. Что сидит, что заходил, смысл. Поэтому на доске без отправка подарка и подтверждения можно пробыть не более 24 часов. Бот вас удалит, чтобы вы там под ногами не мешались. Поэтому не хотите участвовать, ну просто не заходите. Квалификация на каждой доске, пригласить одного друга на доску с таким же номиналом. То есть, если вы находитесь на доске за 1000 рублей, пригласили человека, вы квалифицированы. Поднялись на досочку за 3000 рублей, бронзовый условно, позовите своего друга, который с вами пришел, скажи, вот я пошел на бронзовый, давай со мной. Он заходит, все, вы квалифицированы. Далее, пригласил более одного друга на каждую доску, сможешь перепрыгивать неквалифицированных участников. Это очень хорошие правила, когда люди, которые зашли, подарок подарили, но ничего не делают, они вам не мешают. То есть, если вы более активный человек, вы просто по очереди их перепрыгиваете, раньше получаете свои подарочки. Итак, доски. Какие у нас есть доски? Очень кратко. Начальные доски. Стартовая доска. Дарите подарок 1000 рублей. После прохождения алгоритма получаете на выходе 8, потому что у нас всегда на доске 8 дарителей. Ну, чтобы не повторяться, дальше принцип будет такой же. На бронзовой доске вы подарили 3000 рублей, подарками получили на выходе 24. На серебряной 10 тысяч рублей подарили подарок, 80 тысяч рублей. После прохождения вашей доски учета 80 тысяч вам подарками пришло на карту, которую вы указали. Далее, золотая доска, 30 тысяч рублей подарок дарите, 240 тысяч получаете подарками в ответ. Видите, такой, поднимаетесь потихоньку, когда некоторые люди 1000 им страшно подарить, но когда вот этот процесс уже начинает развиваться, уже и 30 потом не страшно подарить незнакомому человеку. Ну, может, знакомому, как там сложится ситуация. Далее, целевые доски, 100 тысяч рублей подарочком подарили на платиновой доске, 800 тысяч вам подарят в ответ. 300 тысяч на бриллиантовой и 2 миллиона 400, соответственно, это же на 8 умножить подарков. И недавно открывшаяся доска, 5 буквально августа, она у нас заработала, причем как бы в планах у создателей не было. А по просьбе трудящихся, VIP-доска за 1 000 000 рублей, титановая доска, вы заходите, дарите подарок 1 000 000 рублей и на выходе 8 миллионов. Очень крутая история. Такое понятие, как вечные доски, это такая карусель подарков начинается. Когда вы заканчиваете, получаете подарок на определенной доске, и я думаю, что вы захотите еще на второй круг зайти следом. То есть вышли, зашли снова на доску, опять подарили подарок и опять участвуете в раздаче подарков. Очень здорово. Но вечные доски у вас начинаются после того, как открыты все доски с первой до последней. Вот, чтобы зайти на доску номиналом выше, если вы вышли с одной доски, вам, вернее, не так, смотрите, запутал сам себя. Вот вы круг прошли, подарки получили на стартовой доске и хотите зайти еще раз на стартовую доску. Алгоритм вам не даст этого сделать, пока вы не подыметесь на досточку бронзовую. Зашли на бронзовую, тогда можете повторно встать на
стартовую. Это алгоритм, который позволяет этой системе функционировать долго, весело и задорно. Итак, почему мы уверены в постоянной работе бота? Дарите получать подарки легально во всем мире. Будьте здоровы. У нас нет накопления денег участников. А? У нас нет финансовых обязательств. У нас нет сайта и нечего взламывать. У нас нет платежных систем, чтобы их блокировать. Наша база неуязвима и интегрируется в любую площадку. Ребят, микрофончик, пожалуйста, включайте. Модераторы, следите за этим делом. И почему мы номер один в мире? Уникальные правила, которые разработали сами. То есть ни с кого не скопировали, сами придумали, сами сделали, сами пользуемся, сами что-то правим. Причем у нас основатели никогда не делают, скажем так, как захотят. Если что-то, какие-то правила хотят внедрить в систему, сначала в лидерском чате их озвучивают, и общими усилиями мы их принимаем, либо не принимаем. Это очень здорово. Неактивные участники не тормозят движение, неактивные участники ускоряют движение активных, потому что они создают, ну, как бы, коллективность все это. Мультиаккаунты тоже не тормозят движение, ускоряют его. И создана эффективная система работы с командой. Миссия разработчикам – помочь миллионам людей в мире. То есть зачастую какие-то проекты приходят, ребят, пожалуйста, помогите выключить микрофоны людям. Зачастую люди приходят в какие-то проекты и лезут в какие-то кредиты. Здесь наша задача, чтобы кредитов у вас не осталось. Сейчас я вам покажу статистику с бота. Вот эта статистика за прошлую неделю. Я ее взял. То есть это, ну, понедельная статистика. И вот по этой статистике на стартовой доске 7500 подарков было на 7,5 миллионов, соответственно. Ага. Ребята, что у нас сегодня происходит, а? У нас есть модераторы в чате? Валерий Дугар Балдаржиев. Его надо отключить, у него включен микрофон. А у нас есть сегодня он модераторы вообще, которые помогают мне вести презентацию. Спасибо. Так, на этой неделе, это вот прошлая неделя, я взял специально, сегодня не обновлял с понедельника по четверг, потому что, ну, чтобы у вас было понимание, как в течение недели это произошло. Так вот, за прошлую неделю с понедельника по воскресенье на стартовой доске было подарено 7500 подарков на 7,5 миллионов рублей, соответственно. На бронзовой доске на 4 миллиона 800 тысяч практически, на серебряной на 5 миллионов 700 тысяч, на золотой на 5 миллионов 100 тысяч, на платиновой на 7,5 практически миллионов, на бриллиантовой доске на 11 миллионов 700 тысяч рублей за неделю. И титановая доска, 6 человек, 6 подарков сделали, 6 миллионов. Итого на всех досках за неделю люди подарили друг другу подарков. Заметьте, никаких комиссионных боту не заплатили. То есть люди между собой просто поделились подарками по вот этой системе на 42 миллиона рублей. И за неделю присоединилось более 10 тысяч участников к нашему боту. Это вообще крутая статистика. А теперь смотрите статистику за все время. Но, опять же, за все время это очень условная история, потому что бот стартовал 20 мая сего года, но статистика начала отображаться примерно с 1 июля, то есть больше месяца статистики не было. И вот эти статистические данные говорят нам, вот я вам только две последних строчки хочу зачитать, на 340 миллионов, то есть более трети миллиарда рублей друг другу люди подарками подарили. И всего почти 170 тысяч человек уже в боте. Вот это очень крутая история. А это было лето. То есть как бы люди где-то там в огородах, на дачах, на пляжах были, еще даже не начинали работать по большому счету. И сейчас я вам ложку дегтя подкину, потому что, скажем так, любая история, которая очень хорошая для людей, она почему-то кому-то не нравится. И вот в интернете есть заказная статья, ну, для тех, кто понимает алгоритмы, как устроен бот, она, в общем-то, смешная. А для людей, которые, ну, не в курсе и привыкли, знаете, называют... Это не наш. Чуть подвиньте, я поставлю. Все, сиди. Ребят, пожалуйста, вы портите всю презентацию. Мысль потерял. Смотрите, есть люди, которые называют интернет помойкой, да, но тем не менее они идут в эту помойку и там ковыряются, и находят то, что ищут, соответственно. И поэтому, кто знает, как устроен
и алгоритм, тот смеется просто. А люди, которые в двух словах услышали презентацию, допустим, да, или там краем глаза, вот как у нас сейчас тут некоторые участники, своими делами занимаются и еще мешают другим. Но вот они идут в интернет и смотрят отзывы. И я вот хочу просто поржать с вами вместе над ними отзывами. Я скопировал тут парочку. Стоит упомянуть, что нет вообще никаких доказательств выплат, отсутствуют даже элементарные скрины с банковскими переводами, бла-бла-бла. И дальше читаю, да. Могут отправляться не какому-то участнику на счет, а в карман создателям этого сомнительного сервиса. То есть здесь уже прям вот, когда читаешь этот комментарий вот по этому поводу, что в карман создателя сомнительного сервиса, мне бы вот этого человека посмотреть, который это написал, потому что создатели такие же участники, им никто никуда в карман не отправляет. Дальше. Сайт проекта абсолютно убогий, сделан на коленке. Стоит защита от копирования. Ребят, начнем с того, что сайта у нас вообще нет. Вот это уникальная история, что у нас бот, в котором не нужно почту свою писать, не надо логин, там пароль придумывать. У нас просто бот, у нас нет сайта. То есть уже вранье сплошное. Далее. Рифоводы, дари, получая, распространяют множество фейковых положительных отзывов. Все это нужно для поиска новых жертв, без которых система рухнет. И для ее работы необходимо, чтобы участники росло в геометрической прогрессии. Жуть какая. Рифоводы, отзывы какие-то там сомнительные, проплаченные. Вы знаете, отзывов очень много, у нас есть чат отзывов, и там есть народ, очень условно их можно назвать проплаченными, потому что им подарили подарки, и они с радостью написали эти отзывы. Вот. А что касается новых участников, ну, это экономика, ребят. Если в какой-то магазин или парикмахерскую, или куда-то не будут приходить люди, не будут приносить деньги, это не будет работать. Поэтому, если вы не понимаете, как устроена экономика, ну, тогда не лезьте в эти дебри и не читайте. Вот. А далее я хочу поблагодарить отдельно девушку, у нас есть в чате такая замечательная, Екатерина Людвиг. Мы с ней лично не знакомы еще пока. Катя, тебе спасибо за то, что ты вот то, что я думал сделать, сделала, я просто у тебя взял, позаимствовал. Так вот, список, чего у нас тут нет? Сайта нет, партнерской программы нет, то есть бонусы за приглашение, вы когда человека приглашаете, вы за него комиссионные бонусы не получаете. Продукции никакой нет. Продавать ничего не нужно. Системы, куда вы вносите свои средства, тоже нет. Нечего заблокировать. Паролей делать не надо, запоминать. Принудительных ежемесячных покупок нет. 100% переводы с карты на карту по принципу «ты мне, я тебе». Бот-посредник свел вас, вы договорились и решили свои проблемы. Компании тоже нет, соответственно. Каждый участник получает объем поступлений на карту полностью. Ни в одной компании этого нет. Ввода и вывода ваших средств из системы тоже быть не может, потому что нет счетов. Вот и все. Вот включите голову 2 плюс 2, сделайте, и тогда вот эти выше, которые отзывы были, вам будут просто смешны. А вот скрины, которые мне прислали люди, их очень много. Я вам просто самые такие веселенькие собрал, но я их намеренно не обновляю, потому что, ну, у некоторых они в голове не укладываются, потому что когда человек там зарплату больше 20 тысяч не получал, ему вот эти чеки, ну просто страшно смотреть, он в них просто не верит. Он говорит, фейк, вы тут нарисовали, фотошоп и все дальше по списку. Вот смотрите, 805 тысяч, 1033, ну миллион 33, простите, 1 583 000, что там еще, 1 620 000, 1 162 000, 5 200 000. То есть помните, у нас было написано, подари 1000 рублей, и получи подарков на квартиру. Вот, пожалуйста, это реальность. Причем 3 месяца, и я думаю, я уверен, что половина этих людей, которые чеки прислали мне, они меньше 3 месяцев здесь. И вот этот чек справа, действительно, он фейковый, ребята. 5 200 000 – это обман. По той простой причине я знаю, что этот человек с самого основания в нашем боте. Но первые 2 недели у нас учет подарков не был, поэтому это не настоящий чек, он гораздо больше на самом деле. Так что есть обман, действительно. Вот что нужно вам сделать, это вот мое прям такое любимое. Do your research. Могу ошибаться в транскрипции, это мое слабое место. Проведите собственное исследование. Не надо никому доверять. Разберитесь, как это работает до конца. Иначе опять пройдете мимо и останетесь ни с чем. Будете опять просить от Вселенной, а она, как в том анекдоте, вам говорит, а кто вам лодку, катер и вертолет посылал, да? Не помните?
Я помню, это анекдот всегда рассказываю. Итак, быстренько пробегусь. Как рассчитать решение своих задач с помощью «Дари-получай» по стратегиям? Потому что ну, у каждой проблемы, у каждой задачи есть определенная стоимость. Вы, наверное, со мной согласитесь. В редких случаях сегодня что нельзя решить за деньги? Вот. Поэтому и лето, оно, когда есть деньги на самом деле. Так вот, дисклеймер обязательно. Информация, представленная ниже, не является финансовой рекомендацией. Спикер не является финансовым консультантом. Напомню так на всякий случай. Итак, стратегия «Марафонец» подходит исключительно всем. Старт, как и было заявлено, 1000 рублей. И здесь вот на этом слайде немножко остановлюсь, дальше побегу побыстрее. 1000 рублей – вход, подарок. То есть вы пришли, подарили подарок 1000 рублей человеку, которого вам указал бот. Все, вы в теме. Далее, рекомендация. Почему у нас люди зачастую бедные? Потому что они первые попавшиеся деньги жгут карман, бегут их тратить по каким-то своим там делам, то есть, ну, которые уже жгут карман, надо, чтобы срочно там за квартиру заплатить или там продуктов купить и так далее. Вот не делайте этого. Рекомендую первую 1000 подарками полученную вернуть назад в карман, чтобы у вас не было задней мысли, что вы какому-то незнакомому человеку подарили. Вот, ну, 8 из 10, я понимаю, адекватные, подарили и радуются, что отдали во Вселенную. Спасибо Господи, что взял деньгами. А некоторые будут заднюю мысль иметь, это как так, я незнакомому человеку целую 1000 подарил и так далее. Так вот, верните эту 1000 в карман. Следующую 3 подарите на доску выше, на бронзовую, чтобы у вас не было уже каких-то заморочек. Из кармана достали один раз, в карман же и вернули, следующие 3 отдали на бронзовую доску в подарок, и у вас бизнес такой повысился немножко. Оставшиеся подарки, сумма 4000, положили в карман, в уме посчитали. Дальше принцип будет такой же, я пробегусь только по доскам. Бронзовая доска, у вас уже подарок оплачен. Первые 10 тысяч с бронзовой доски подарите на следующую, на серебряную. Займите там место, купите время. То есть, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. Остальные подарочки в карман. Сумма 14 тысяч. Итого с двух досок уже 18. Извините, пенсии, это больше, чем пенсии стандартные у нас в России. Так вот, серебряная доска у вас уже, подарок отправлен с предыдущей. И первые подарки на золоте. На серебре вы отправляете, ну, получается, первые 3 подарка, 30 тысяч рублей, вы отправляете на золотую доску. А оставшиеся на серебряной 50 тысяч подарками вы складываете в карман и так далее. То есть здесь у нас уже 30 тысяч с предыдущих. Следующие 100 тысяч мы подарочками отправляем на платиновую доску. Здесь сумма подарков остается 140 тысяч. И здесь сумма подарков уже 500 тысяч на платиновой доске, 1 400 000. Это я чистыми считаю, потому что мы на следующую доску уже оплатили 1 000 000. Потому что вам подарки пришли, вам не надо из бюджета доставать. Вы все, вам подарки подарили, передарите их дальше. И вся история. И тут уже у нас такая вот история получилась. 8 миллионов сложили в карман. Итого с 1000 рублей 10 миллионов 108 тысяч. В некоторых городах это 3 квартиры, ребят. Я думаю, что даже в Москве сейчас можно квартиру за 10 миллионов купить. Сроки. Вот помните, я вам показывал время. Некоторых людей вот это в голове не укладывается, потому что, ну как это возможно? Я говорю, возможно, может быть, это за год у тебя произойдет, а может быть, это за 2 произойдет. Неважно, какой срок. Ты же марафонец. Ты начал с 1000, больше из бюджета 7 не доставал, разобрался, пригласил не одного человека, а там 5 или 10 человек, и вы вместе двигаетесь по этой стратегии. Замечательно. Так вот, есть такое понятие «отложенная прибыль». Вот простой человек, который привык работать от забора и до обеда за условные 100 рублей, он не понимает, что такое отложенная прибыль. Так вот, посмотрите, я посчитал эту сумму 10 миллионов 108 тысяч. Если она заработана за 2 года, не заработана, тут это как-то не скажешь, подарками вы получили, за 2 года, 24 месяца, то средний месячный доход по итогу получится у вас 421 166 рублей. Покажите мне сегодня, господа и дамы, хоть одно предложение, где вы можете, не обладая специальными навыками, дипломами, имея в кармане практически дыру, а 1000 рублей, если у вас больше нет, это практически дыра сегодня, за короткое время начать получать достаточное количество денег, чтобы начать затыкать свои финансовые дыры. Покажите. Вряд ли у кого-то это получится. А мы вам это показываем. Но время – это деньги, и каждый из вас, используя следующую стратегию, которую мы назвали «План Титан»,
могут гораздо быстрее и веселее достичь этих целей и сделать вот прям счастливыми многих людей, не только в своей семье. Итак, для самых отбитых на голову предлагаю именно план «Титан». Вход на 1 444 000, когда вы заходите от стартовой до титановой доски одномоментно. То есть 1 444 000 подаренных во Вселенную людям дают вам по итогу чистыми те же 10 108 000 рублей. Вот такая история. Но как бы здесь, наверное, люди, которые собрались решить свои проблемы. Поэтому попроще есть вход, бриллиантовый так называемый, 444 000. Когда вы занимаете от стартовой до бриллиантовой доски, то есть 444 000 подарками подарили, и на выходе у вас итог подарков чистыми составит 3 108 000 рублей. Очень замечательный. Мой любимый платиновый вход, я просто его обожаю. От стартовой до платиновой доски – это такой, знаете, предпринимательский вход. Хочу сказать, что вы, когда заходите, вы, по сути, делаете такой вклад в бизнес. Но я вам хочу сказать, я предприниматель с 25-летним стажем. Сегодня за 144 000 рублей вряд ли вы какой-то бизнес откроете. Вот. А здесь вы можете заработать чистыми 1 000 000 рублей практически, 1 008 000. Вот. И у вас уже будет открыты 5 досок, когда вы покупаете на досках время и место, потому что на стартовой доске обычно ваша команда и еще там команда спонсора, а вот с бронзовой доски и выше перемешиваются все. И сейчас уже у нас зачастую такие есть случаи, когда люди начинают получать на золотой или на серебряной доске подарки раньше, чем у них стартовая доска дойдет до получения. Вот такие парадоксы сегодня случаются. И у нас такой самый популярный сегодня вход, стратегия 44, золотой вход, 4 доски, 44 000 рублей. По итогу 308 000 чистыми подарками вы получаете. И серебряный вход, соответственно, 14 000 рублей, 3 доски. Есть еще вход бронзовый, когда вы заходите на серебряную и на бронзовую доску одномоментно. Это тоже хорошо. И за 1000, ребята, тоже хорошо, потому что денег сегодня действительно многих людей нет. Это вот эти вот важные моменты, вы должны понимать, что эта история работает. Но самые внимательные люди, скорее всего, поняли, что я вас немножечко так слукавил, немножечко обманул, потому что вот эта вот история, 1 444 000 вложенных, да, итог 10 108 000, это неправда. Это неправда, которую я озвучил чуть-чуть выше, потому что, когда вы дойдете на всех досках до получения подарков, эта сумма будет гораздо выше. Потому что на некоторых досках вы сделаете несколько кругов. Не сможете так поступить, чтобы прошли один круг. Это мы посчитали, если вы только по одному кругу на всех досках прошли, 10 108 000. На самом деле на стартовой доске вы пройдете раз 20, если не больше. На золотой там 10 хотя бы раз, на бриллиантовой 5, на платиновой, ну, все по-разному, темперамент у всех разный. Поэтому итоговая сумма будет больше. Но я ее намеренно не озвучиваю, потому что ну, это страшная история, которая и так людей пугает. Ну уж как с 1000 рублей можно туда дойти? Вот мне партнеры прислали такую картинку, когда они посчитали такую идеальную. 6 кругов на стартовой, 5 кругов на бронзовой и так далее. То есть и последний круг один на титановой доске. 14 666 000 рублей. Можно ли это сделать? Я говорю, можно. Просто потратьте на эту историю 90 дней. Вот я это лето четко потратил на «Дари, получай». 5 числа июня я начал, приехал с рыбалки, включился. И послезавтра я опять уезжаю на рыбалку. Я, честно, все лето на рыбалке не был. Для меня это жесть, конечно. Поэтому я думаю, что я заслужил эту историю. Поеду порыбачу. А вам рекомендую включиться с вашим наставником 90 дней, сфокусироваться, презентации, вебинары, разобраться, как это работает, и включиться в этот процесс. Потому что важно понимать, что нет никаких гарантий. Успех или неудача вашего движения полностью зависит от множества факторов. Но в первую очередь от вас самих. То есть если вы ничего не делаете, почему-то люди ходят на работу вот с 8 до 5 там, и они туда ходят там за определенные деньги в месяц. И они считают это важным. Потому что если они не будут ходить, им не заплатят, наругают их там или что-то, что-то сделают, я не знаю. Но здесь та же работа. Здесь халявы нет, надо понимать. Вот что мне здесь нравится, это прозрачная, максимально честная история. То есть халявщики здесь никогда ничего не получают. То есть нет такого, что ты вложил условные там $100,
ждешь, когда на тебя манна небесная свалится, то есть либо тебя ограбили, либо тебе заплатили. Вот. Здесь нет, здесь все зависит только от вас и от вашего окружения. И главная история, главный секрет. Вся эта история вообще не про деньги. Вообще не про деньги. Вот если вы подойдете к этой возможности с точки зрения помочь себе, окружающим людям, у которых сегодня благодаря даже не нашей экономике в стране, а мировому какому-то трендинсу финансовому, да, то есть непонятно, что происходит вообще в мире, с экономикой проблемы, какие-то работы там люди лишаются, зарплаты снижают, цены растут. Так вот, помогите людям и все. И подарки на вас посыпятся, как из рога изобилия. Так вселенная устроена. Вот. А я вас благодарю за внимание. Обратитесь к тем людям, которые вас сюда пригласили или дали вам эту запись, чтобы вам разобраться, как это действительно устроено и работает. А на этом я запись сейчас остановлю. И если будут вопросы, я на них в чате, конечно, отвечу.